Дженнифер Лопес перед премьерой фильма «Стриптизерши» стала блондинкой автор 909. 2019 Дженнифер Лопес посетила международный кинофестиваль в Торонто и покорила зрителей своим впечатляющим образом. Звезда появилась на красной дорожке в мегаярком желтом платье и с новой прической. Для мировой презентации фильма «Стриптизерши» Джей Ло стала блондинкой. Апостроф закрывающая круглая скобка точка с запятой закрывающая фигурная скобка. В Торонто проходит ежегодный кинофестиваль, благодаря чему на красной дорожке собрался весь цвет мирового шоу-бизнеса. Посетила мероприятие Дженнифер Лопес, которая прилетела представить фильм «Стриптизерши», где исполнила одну из главных ролей. На красной дорожке звезда появилась в желтом платье Мейсон Йей с глубоким декольте и прозрачными вставками. Завершили образ босоножки на шпильке и клатч в виде пачки долларов, который стал своеобразным символом фильма «Стриптизерши». Эффектный наряд дополнила не менее впечатляющая прическа. Джей Ло предстала перед гостями мероприятия с новой стрижкой, асимметричным удлиненным каре. Но больше всего публику удивил новый цвет волос знаменитости. Из яркой шатенки Лопес превратилась в не менее яркую блондинку. Ранее Дженнифер уже пыталась максимально приблизить свой цвет волос к блонду, но все же останавливалась на медовых оттенках. Теперь же ее волосы стали еще светлее. В социальной сети Джей Ло также поделилась снимками с мероприятия. И, судя по количеству лайков, а фото за сутки набрало более 2 миллионов отметок «Нравится», Лопес блондинка невероятно понравилась фанатам. Стоит отметить, что еще ни разу поклонники не осмелились раскритиковать образы Дженнифер Лопес. В силу профессии актрисы приходится очень часто менять внешность, но все ее образы всегда вызывают восторг у многочисленной армии поклонников. К тому же, преображаться звезда любит не только для роли, но и для повседневной жизни. Апостроф закрывающая круглая скобка точка с запятой закрывающая фигурная скобка.